увеличит пропускную способность и разгрузит существующие проезды. Засвяжье строит дорогу. Вопросы о необходимости ее строительства неоднократно поднимали сами жители. Микрорайон Юго-Западный расстраивается. На данный момент в нем проживает больше 12 тысяч жителей. Одна из проблем – сильная загруженность проезда Стартова у Картхола и Ленты, где образуются большие пробки. Новая дорога соединит проспект Олимпийский и улицу 154-й стрелковой дивизии. Значит, для жителей города это будет очень полезно, очень удобно. Сейчас работы ведутся в соответствии с графиком. Производится строительство ливневой канализации. Ну, как мы видим, вот дорожные корыта уже выкопаны. Делается дренаж под этой дорогой. На данный момент строители готовят песчаное основание под дорогу, выносят инженерные сети из зоны застройки. Работы на объекте контролируют администрации правительства. Бюджет – почти 126 миллионов рублей. Дорога эта протяженностью 550 метров, две полосы с автобусными остановками, с наружным освещением. В Засвияжском районе строят и другие дороги. К концу года улицы Шигаева и Ефремова соединят с трассой М5 «Урал». 200 миллионов рублей выделены из бюджетов города и области по соглашению о предоставлении субсидий из Дорожного фонда России. А до 2024 года рассчитаны работы по строительству дороги вокруг Новой Жизни от Автозаводской до Шолмова. Цена вопроса – 256 миллионов. Проектирование и строительство объектов ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Анна Тищенко, Улправда ТВ.